Привет, друзья! Ролик будет коротенький, потому что у меня всего минут 5 до начала посадки на рейс. Я сейчас через Прагу лечу в Валенсию на переговоры по нескольким направлениям нашего бизнеса. А хочу сейчас ролик снять для нашей любимой федерации, для всех, кто любит бодибилдинг. Начать с хорошего. С хорошего то, что, ребят, уровень судейства растет. Я вот был в Тюмени, я был в Екатеринбурге за последнее время, я был на Кубке Ленинградской области, и, знаете, мне понравилось. Судьи, ребята, вы молодцы, вы начали судить быстрее, вы судите лучше. Откровенно здорово, я очень доволен. И на фоне каких-то мыслей положительных, вот через недельку я буду на чемпионате России, где всех буду вас рад видеть. Надеюсь, чемпионат России лицом в какашке не махнется. Так вот, и вчера читаю я инстаграм у моих друзей, читаю о том, что наша уважаемая федерация решила опускать спортсменов. Друзья, вы опускаете себя через день своей глупостью, безграмотностью и необразованностью. Посвящен был этот пост тому, что спортсмены не должны нарушать правила позирования, что абсолютно верно. Ребята, но добрыми намерениями выслана дорога в ад. Судя по всему, ну у вас прям совсем проблема. Не знаю, кто занимается медиа-пространством сейчас, есть вообще человек, который на этом завязан, хоть немножко. Но вот тот, кто писал пост про судейство, про снижение оценок и снижение места спортсмена финального, этого человека, ему заблокируйте доступ к вашей группе ФБФР, потому что ну, человек этот, наверное, замечательный, я в этом уверен, замечательный, но он не самый одаренный. Поэтому допускать его до писанина нельзя, потому что вам лучше не делать ничего, не говорить ничего, потому что любое ваше действие почему-то получается, ну, плохо. Вы одеваете штаны через голову, вы это понимаете? И всеми своими даже добрыми мыслями, попытками вы делаете плохо. Пункт 2. Со следующего сезона я готов поддерживать только те турниры Федерации ФБФР, которые будут допускать до выступления спортсменов из любой федерации. Если на вашем турнире не имеют права выступать ребята с альтернативной федерации, то вы можете идти прямиком к другим партнерам. Со стороны руководства можете не обращаться. Обратиться ко мне могут в таком случае только наши партнеры, с кем мы работаем по бизнесу, потому что партнеров я буду поддерживать всегда, в любом случае, где бы они ни выставлялись. То есть любой стенд моего партнера, если занимается организацией он, на любом турнире я готов присутствовать, приехать и так далее. А если же это будут турниры и организаторы будут обращаться лично, уважаемый президент Федерации Санкт-Петербурга, России, Александр, предлагаю повстречаться на чемпионате России или позже. Ожидаемо мой бюджет. В данный момент я рассматриваю 3 турнира крупных, куда бы вписаться, но на 4. Это Siberian Power Show, это Кубок Урала, это Санкт-Петербург, это Краснодар. Возможно, будут другие, но вас всех я готов выделить бюджет примерно в 1 000 000 рублей. Из него я хочу, чтобы большая часть ушла на призовые спортсменам. Также у меня есть крупный партнер сейчас, который готов заняться именно на Питере крупной выставкой, взять на себя практически все усилия. Он ко мне обратился, я готов его поддержать. Думаю, он с вами свяжется через ближайшем времени сам, потому что он готовит полную, так скажем, презентацию своего проекта. Поэтому, как видите, вы хотите бодибилдинг закопать. Ладно, не хотите, глупо говорю. Вы не хотите ничего делать, ничего менять или не знаете, как это делать. Обращайтесь, мы поможем. Мы любим этот спорт, очень сильно любим этот спорт. И запомните, никого выпускать не будете. Снижать баллы за неправильное позирование нужно. Это и без вашего письма информационного знает каждый судья. Подсказывать судья на сцене по возможности, если не будет нарушать регламент проведения мероприятия, если это не будет затягивать и даст в будущем плюс спортсмену, он должен, он обязан. Я вот присутствовал на уральских турнирах, знаете, мне очень понравился ведущий. Я, к сожалению, не знаю, кого зовут, но мой поклон, я лучшего судью микрофона и ведущего не встречал ни разу. По делу, быстро, четко, легкий юмор, без оскорблений, восхитительно. Передайте от меня привет этому человеку, пожалуйста. Ну что ж, ролик получился короткий, надеюсь, информативный. Прошу его закинуть, залить в чат Федерации. Истинно рассчитываю на то, что мы вместе сделаем наш спорт опять более популярным, востребованным, смотрибельным. И возможность сделать все хорошо еще есть, она еще есть. Давайте соберемся. Я вижу рассвет, я вижу восходящий тренд за границей, в России. Сейчас с печали не взглянешь.
Давайте лучше взглянем без печали. Знаете куда? За окошко. Смотрите, в какую сторону. Самолетики. Красота. Такое серое питерское небо. Всех обнял. Всем желаю отличного дня. Пойду добуду водички, пожую орешков. И на взлет только вперед. Всем пока. Лайки, комментарии. Расскажите друзьям об этом видео.